налоговые послабления. В Хакасии с 2014 года снизят налог для транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива природный газ, сразу на 30%. Такое предложение обсудили на этой неделе на первом для нового созыва заседании президиума. Избавиться от третьей части налога – предложение заманчивое. Однако такой скидкой в Хакасии воспользоваться пока некому. Машины с экологически чистым топливом, природным газом, только начинают внедряться по всему миру. В России уже появляются первые подобные автомобили, в основном в больших городах. Но закон в Хакасии, хоть и создан на опережение, должен стимулировать такой вид транспорта, уверены парламентарии. Тем более, что соседние регионы уже активно подключились к этой работе. Ближе к нам, вот это Красноярский край, мы с ними связались, у них уже пришли инвесторы, потому что там Красноярский край большой, да, снизили ставку и начинают внедрение данных заправочных станций. То есть у нас сейчас в республике прорабатывается данный вопрос совместно с Минрегионом. Налоговая льгота, уверены депутаты Верховного Совета, сыграет большую роль и в Хакасии. Природный газ, в отличие от нефтяного или сжиженного, который сегодня используется во многих машинах, отличается своей экологичностью. Снижает, будем говорить, вредные выбросы, токсичность, все остальное. Ну и второе, альтернативные виды топлива. Вот у нас сейчас идет, как говорят, из растительного мира во всем мире. Сегодня рапс, мы кормим скот на корм скоту, а вообще в Европе и в Америке уже давно это моторное топливо сегодня, а мы пока еще кормим скот. Кроме того, послабления должны привлечь не только будущих владельцев, но и инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в новый бизнес, в том числе и в строительство специальных автозаправочных станций. Закон у нас, если будет принят, он правильно сказал, Алексей Сергеевич, что инвестор к нам пойдет. Идет инвестор туда, где льготное налогообложение на ту или иную деятельность. Ну, в частности, здесь, на этом, в качестве моторного топлива. Этот закон депутаты примут лишь на перспективу, тогда как следующий проект, несмотря на то, что его результат также трудно оценить, будет работать в полную силу. За спортивные победы республика будет платить больше. Речь идет о единовременной выплате за высокие достижения. На президиуме Верховного Совета рассмотрели также законопроект, который введет добавку за победы на крупных соревнованиях. Ранее в Хакасии уже прописывали подобную норму, но финансовое поощрение касалось лишь призеров-олимпийцев. Между тем, сегодня спортсмены республики бьют рекорды на мировых чемпионатах, универсиадах и паралимпийских играх. С принятием поправок Хакасия будет чествовать всех спортсменов-победителей престижных соревнований. За первое место 500 000 рублей, за второе 300 тысяч рублей. И за третье место призер получит 100 тысяч рублей. Подобные меры должны простимулировать развитие спорта в регионе, заверяют депутаты. К сожалению, в Хакасии таких людей не так много. И вообще это единицы. Таких людей, безусловно, нужно поощрять за их труд, за ту работу, которую они в преддверии вот этого результата выполнили, сделали. Я думаю, что поощрять нужно очень активно стимулировать вот такие результаты. Мы должны, в принципе, создать систему стимулирования самых различных категорий, включая в том числе и инвалидов, которые участвуют в соревнованиях, соответствующих паралимпийских или военных соревнованиях. Я думаю, что все это позволит действительно нам поднять уровень спорта, уровень мастерства, уровень спортивных достижений на более высокий уровень. Я думаю, что очень важен и нужен закон. Поправки в закон рассмотрят уже 9 октября на сессии Верховного Совета. А на этом были все новости парламентской недели. Смотрите нас каждую пятницу в вечернем выпуске «Вести Хакасия». До скорого!